Этим утром летательный аппарат армии обороны Израиля нанес на юге Ливана удар по автомобилю, в котором ехали несколько террористов, выпустивших ракеты в сторону израильской территории. Кроме того, некоторое время назад истребители армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре Хезболла в районе Лабуны на юге Ливана и двум военным комплексам Хезболла в районе Блиды, сообщает пресс-служба Цахал. Ранее военная информационная служба Хезболла сообщила, что шиитские бойцы подвергли минометному обстрелу израильские военные объекты в пограничных районах. А арабский телеканал Аль-Хадаф сообщает, что Хамас и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. В структурах безопасности Египта, где 3 марта должны встретиться представители Хамаса и Израиля, сообщили, что для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращения жителей в эти районы.